нет, тоска. Да, мама? Да, Настя. Окей, поехали. Пошли гулять. Ну вот она, площадь трех вокзалов. Казанский. Высотный. Ленинградский и там Ярославский. Все, сплю еще. Так, ну пошли. Ну вот, Тариса, 438, трое суток. Весь городской транспорт стоит. Класс. Вот приехали на станцию «Чистые пруды». Решили тут позавтракать и дальше подумаем, куда идти. Вот мама там стоит. Классный. Ну вот, приехали на станцию метро «Чистые пруды». Сейчас найдем «Чистые пруды» и там засядем. Пошли на пешеходный переход. Тут вот такой трамвайчик у них стоит. Переходим? Да. Я думала, что тебе это надо открывать. Я все умею делать в раз. Так, трамвайчик. Как нам тут перейти? Трамвайчик поехал. А вон пешеходный переход как раз. У-у, какой красивый синенький. Заходим на бульвар, и тут открывается памятник Грибоедову. Будем знать, как выглядел Грибоедов. Мы с мамой никогда еще не были на Чистых прудах, поэтому вот решили дойти и посмотреть, что это за птица такая и с чем ее едят. Ну, тут люди занимаются спортом по утрам, а тут какая-то выставка. Трое из Простоквашино, «Гори, гори, моя звезда». Наверное, какие-то 85 лет, юбилей. Юбилей Олега Табакова, 85 лет. Ну, понятно, что это за портрет из всех фильмов. Кадры с ним. Ну, вот такие вот девушки бегают в купальниках, балерины. А вот и Russian бомж. Да, мама? Смотрите, какой прилавок мороженого я нашла. Старинный такой. Напитки, мороженое. Класс. А тут вот такой вот фонтанчик интересный. Пойдем посмотрим, лебедь там. Может, это и есть чистые пруды? Не говори. Ну, потому что, судя по карте, это здесь. Ну, я не знаю. Вон, лебедь на чистых прудах. Такой вот. Та-да-да-дам, там-там-там, та-да-да-дам. Упаковали чистые пруды. Вот в такой вот фонтанчик. Или нет, или есть где-то еще чистые пруды. Пойдем искать. Вот такие вот девушки ходят тут интересные. И вот какое-то здание. Чистые пруды, wellness
А, wellness club. Wellness написали по-русски. А 22 августа, оказывается, был день флага России. Государственный флаг России. Триколор появился во времена становления России как мощного государства. Первый образец триколора. Петр I сам начертал образец сине-бело-красного флага. На праздниках. Государственный национальный флаг. Оказывается, в День России в этом году над Невой летал вот такой вот, даже не знаю, как он, скайдайвинг или что это. Они выпускали еще, по-моему, на пандемии 12 июня. На Бурдж-Халиф загорелся в День России российский флаг. ВМФ Северодвинский. Флаг на вершине Эвереста. Даже в открытом космосе флаг. В 2013 году побывал в Северном полюсе, на Красном море, под водой, в Антарктиде. Ой, как красиво развернули на снегу. И цвета флага и их значение. Каждый цвет флага имеет свое символическое значение. Белый символизирует чистоту и непорочность, синий воспринимается как мягкость, честь и слава. Красный отождествляет мужество, смелость и решительность. Ну вот такие вот они, чистые пруды. Один пруд, больше я не вижу. Вот так он выглядит. Будем знать теперь. Похож на патриарши. Я когда-то была на патриарших и пыталась сюда съездить еще, заехать, но так и не нашла путь или что-то, у меня времени не было. Это когда из Петербурга ездила по делам в Федеральное агентство по культуре подписывать договор, там какой-то мы праздник организовывали, и надо было подписать его в Федеральном агентстве. Меня направили в командировку вот в Москву, и тут я один день провела, и когда уже подписала договор, поехала кататься по Москве, и вот заехала на Патриарши. Утки дерутся. Что-то не поделили. О, мама нашла себе место и уже кормит. И уток, и голубей. Все кормятся. Мама. Колечки на лапах? Ну все, посчитанное. Теперь на сковородку не положишь. Ой, ты как поешь красиво. Это благодарность ты? Благодарочка пошла. Ну, какие-то уточки красивые. Thank you.
москвички меня разбудили, промокшие спички надежду убили. Курить, значит, будем дольше жить. Значит, будем корабли в моей гавани. Не взлетим, так поплаваем. Стрелки ровно на 2 часа назад. Собачки Буби и Ириска прошли мимо. Вот рыбалка идет полным ходом. Ну, а тут все еще озеро. Точнее, пруд. Как мне нравятся вот эти вот отражения. Просто кайфую. Обалденно красиво. Вид. Шикардос.